Квартира 100 квадратных метров в районе Малой Земли, Оренбург, продается или обменивается на дом. Телефон 20 74 84. Продается благоустроенный коттедж 130 квадратных метров в поселке Весенний. 10 соток земли. Телефоны 26 88 59 или 8 903 366 88 59. Продается двухкомнатная квартира по улице Конституции 5/1 на третьем этаже девятиэтажного дома. Телефон 20 19 80. Продается дом. Звонить 8 922 861 71 72. Продается двухкомнатная квартира по проезду Майскому, пятый этаж пятиэтажного дома. Звонить 20 26 05. Продается срочно благоустроенный коттедж в селе Благословенко, 250 квадратных метров, бассейн, спортзал, участок 12 соток, телефон 8 912 846 3807. Продается дача в Ивановских садах, СНТ «Агропромовец», 10 соток, дом, баня с бассейном. Цена 650 тысяч рублей. Телефон 8 922 539 33 73. Продается двухкомнатная квартира по проспекту Гагарина, евроотделка. Звонить 20 74 84. 27 ноября – День матери. Поздравьте любимую маму с праздником, великолепным букетом от компании «Интерфлора». Обращаться в Оренбурге. Улица Пушкинская, 49, и ТС-центр Володарского, 20. «Интерфлора» – доставка цветов по всему миру. Телефон 97 98 18. Строительство домов, бань из оцилиндрованного бревна. Проект в подарок. Телефон 61 36 36. Оформление наследства, земельных участков, самовольных строений, пристроев. Перевод жилого в нежилое. Телефон 60 12 91. Ремонт телевизоров, холодильников на дому. Звонить 69 03 57. Займы под залог недвижимости. Телефон 429-888. Ремонт стиральных машин. Продажа запчастей. Телефон 60-60-80. Обучение охотников и граждан на травматическое оружие. Школа «Долг-2». Телефоны 58-27-25-94-18-38. Учебный центр «Щит» проводит набор на курсы по повышению квалификации частных охранников в связи с окончанием срока действия удостоверения частных охранников. Обращаться Донецкая, 131. Телефоны 25 75 78 68 82 82. Требуются мастера по ремонту стиральных машин и телевизоров. Звонить 61 11 38. Требуются автомойщики. Телефон 56 07 37. Компании «Нефть-газ-сервис» требуется механик по оборудованию. Сфера капитального ремонта скважин на нефтегаз. Опыт работы от 3 лет. Зарплата высокая. Телефоны 8 932 532 66 51 или 67 18 31. Требуются охранники. Звонить 31 28 02. Филиал РТРС, Оренбургский областной радиотелевизионный передающий центр, приглашает на работу начальника производственно-технического отдела, зарплата от 45 тысяч рублей плюс бонусы, инженера ПГО ЧС от 31 тысячи рублей, специалиста по снабжению от 22 тысяч рублей, опыт работы не менее 3 лет, оформление по Трудовому кодексу, социальные гарантии, соцпакет, добровольное медстрахование, оплата сотовой связи.
обращаться в Оренбурге. Переулок Телевизионный, 3, пропускной режим. Звонить 78 11 10 или 90 20 12, добавочный 37 56. Требуется водитель категории «Д» на 38-й маршрут. Звонить 223-999. Требуется продавец женской одежды, в том числе пенсионер. Звонить 92-77-50. Требуются кондитеры. Телефон 22-84-48. А в отдел шимбайского трикотажа в ТК «Максимум» требуется продавец. Телефон 8-987-896-80-66. Требуется водитель категории «БЦ». Звонить 8-912-352-65-70. Требуется повар холодного цеха. Телефон 8-903-365-74-86. Вахта, Сургут. Требуются охранники. Телефон 29-11-04. Требуются автомойщики. Звонить 947-497. Требуется уборщица. График 2 через 2. Телефон 30-20-10. Замруководителя – 32 тысячи рублей. Бухгалтер – 27 тысяч рублей. Телефон 51-15-94. Заместитель – 48 тысяч рублей. Офисный администратор. Телефон 26-69-54. Администратор – 23 тысячи рублей. Телефон 92-89-35. Бухгалтер – 23 тысячи рублей. Снабженец – 30 тысяч рублей. Телефон 61-45-22. Сотрудник в офис – до 50 тысяч рублей. Телефон 69-32-00. Бухгалтер – 30 тысяч рублей. Офисные сотрудники – до 28 тысяч рублей. Звонить 59-49-40. Педагог в офис, документовед – 20 тысяч рублей. Телефон 61-40-34. Бухгалтер – 25 тысяч рублей. Документовед – 18 тысяч рублей. Звонить 55-20-32. Администратор, снабженец, помощник руководителя. Телефон 42-34-18.